Так, оранжевая тропа пошла дальше. Я не хочу, это, наверное, в Перингольф. Я свернула по этой тропинке. Я явно должна выйти куда-то вниз. Полям, лугам. Потому что тут дорога, явная дорога. Посмотрим, куда я выйду. Вот, вышла я оттуда. А тут дорога. Вон туда. Сейчас два велосипедиста промчались. Это явно в сторону Перингольфа. А мне вот сюда. Интересно. Так, я еще продолжаю идти. Вот эта дорога, откуда я пришла. Вон из того сосняка на горах. Безумно, вот по этой дороге-то промчались велосипедисты. Я так думаю, в Перингольф. А здесь место, по-моему, где-то здесь рядышком мы были с Лидой. В прошлый раз. Вон там уже видно поля, фазенды. Красиво. Изумительный день. На следующую неделю передают резкое понижение температуры и дожди. Так что я как раз вовремя. Да, я думаю, это то место, где мы были с Лидой. Потому что вон поля. Дорога идет туда, и тут были лошадиные следы, навоз. То есть эти с рыбного-то озера экскурсии лошадей водят здесь. Теперь мне надо найти место.